Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении ряда сотрудников мэрии и Сбербаша, как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Ненадлежащее исполнение сотрудниками администрации своих обязанностей привело к систематическим авариям на всем протяжении водопровода от Каспийска до Сбербаша. В результате население Сбербаша осталось без водоснабжения на длительный срок. Таким образом, были нарушены права и законные интересы жителей города. В здании администрации проведены обыски, идут дальнейшие следственные действия.